Как часто вы с Эммой получаете оргазм? А раз в день, Б дважды в день, или В вы постоянно в оргазмическом экстазе? То есть минимум в этом тесте это раз в день? Марлон! Как ты поживаешь? Я вышла замуж за Джоша. Ты вышла за своего парня из лагеря. Это так мило. Последние несколько дней я часто думала о сексе. Ты точно думала о сексе, не со мной. Просто наш секс стал привычным. Давай удивим друг друга. Я как-то была на вечеринке свингеров. Было жарко. Пап! Что за... Ты видела меня голым, наверное, миллион раз. Мне тогда было 6. Это наш единственный шанс доказать, что мы все еще совместимы в сексе. Мы не из тех пар, что кричат друг на друга. Да. Если у нас проблема, мы ее решаем. Спокойно! Наши отношения разваливаются. Мы же отличные родители. Я облажалась. Я рассказала о своих страстных сексуальных фантазиях о тебе. Ну, он тоже не святой. Заставил тебя ревновать. Ты можешь ответить ему тем же? Пусть тоже поревнует. Он целовал тебя? Да. Да? Мы занимались страстным жестким сексом. А потом он сделал вот так. Меня просто ослепило. Ты что, не видишь, что я тоже страдаю? Я просто хочу стереть все из памяти. И вернуть друга. Секс после брака. Ну и дел же мы натворили, правда? Да. Но этот клуб... Это было странно. И не говори.